А вот в Иркутском селе собака построила дамбу из камней, чтобы спастись от затопления. На такую постройку пес по кличке Мишка потратил больше часа. Как животное различало, где под водой лежит нужный камень, непонятно. Несколько минут то ли по запаху, то ли ощупывая дно, собака кружила в воде, гребла лапами, а затем погружала в воду почти всю морду и выносила на берег огромные булыжники. Раньше за питомцем такого поведения не замечали, да и наводнение такого масштаба в его жизни впервые. Большая вода пришла в село Большой Луг вместе с проливными дождями. Они накрыли Иркутскую область на минувшей неделе. Обычно спокойная речка за два дня вышла из берегов, затопила несколько десятков подворий, людей и животных эвакуировали. Татьяна Зуева, хозяйка пса-строителя, уезжать не захотела, вот решила переждать разгул стихии дома. Вместе с ней остались дочь и вот сам песик. За свой дом владельцы не переживали, угрозы не было. Но вот пес серьезно беспокоился за будку и не стал сидеть, сложа лапы. Вы посмотрите, как собаке в голову такая идея пришла, это на самом деле удивительно. То есть пес каким-то образом понял, что такая вот дамба поможет, возможно, спасти дом, семью от затопления, от наводнения. То есть он все усилия пес прикладывал, чтобы, в общем-то, свою семью спасти.